Дорогие мастера, всем привет! Сегодня у нас немного нестандартное, необычное видео. Мне было очень интересно, сколько в пузырьке с клеем 2 мл, сколько получается капелек. То есть, теоретически, если взять и полистать в интернете, то, в принципе, можно найти такую информацию подобную, там, сколько на чайную ложку капель и тому подобное. Но мне было интересно, сколько действительно получается в этой бутылочке, поэтому пришлось заняться вредительством и вылить просто так целую бутылочку клея. 2 миллилитра. В итоге, что у нас получится? У нас получилось примерно 120 капель. Если вы видите, капли по своему формату и размеру, в принципе, они разные. И так и получается. То есть идеально одинаковую каплю капнуть постоянно невозможно. Она получается один раз плюс немножечко больше, второй раз немножечко меньше. Да? Итак, так как это листок А4, то по бумаге клей очень сильно растекается. Поэтому здесь капельки казались немного такими грубоватыми и массивными. В общем, получилось у нас 120 капель. Что это означает? На одного клиента, в зависимости от того, какая у вас влага воздуха, может уходить 4 капли, если вы используете, например, кольцо и у вас умеренная влажность. Если же вы используете камень и у вас повышенная влажность, то расход капель может быть немного большим. В общем, я взяла среднее примерно количество. На одного клиента у меня уходит от 4 до 6 капель. То есть это для того, чтобы сохранять работу постоянно чистой, капельку необходимо обновлять. Так вот, если разделить 120 капель на 4, это у нас получится примерно на 30 наращиваний. То есть, если взять среднее, вообще среднее прям количество клиентов, на которых может хватить пузырька 2 мл, это будет 25 человек. То есть это было сделано для того, чтобы примерно просчитать, сколько клея у нас уходит на сколько наращиваний. В итоге среднее количество, это где-то на 25 человек у вас будет уходить пузырек в 2 мл. В данном видео используется клей Elegant Plus. Это клей с новой формулой. Это клей-магнит, который подтягивает к себе реснички и помогает немного формировать идеальную ножку, подтягивая пластик к пластику. То есть, кому интересно, свойства этого клея достаточно сильные в носке. Он до 7-8 недель. Это новая такая формула, поэтому, кому интересно, сайты будут под видео. Можете приобрести, попробовать данный клей. Всем приятного просмотра. Пока-пока!